Mēs atrodamies viesnīcā Latvijā Olympic Flair Casino 2013. Flair Manija labākie 50 pasaules bārmeņi tiekās šeit Latvijā, un 10 no tiem ir iekļuvuši finālā. Ko viņi māk, to mēs pēcam drīz redzēsim, mēs arī kaut ko māk. Kapiņā! Tā. From Great Britain with me in a house. How are you feeling, Alex, in Latvia? Good, man, good. It's my first time in Riga, but yeah, it's brilliant. It's the competition has been amazing. Ivars has done a great job. He's made everyone feel welcome. Everything we need is there. The crowd are good. Awesome. Ну, вообще, как бармен в Питере, как ты почувствуешь, наверху или снизу? В Питере уже, думаю, наверху, но сейчас даже выбился в лучших из Москвы. So the man is born, he wants to be a bartender. Then he sees other bartenders, bartender sees him like a bartender. So you want to be a bartender. Yeah. Everybody like moving. Like, are you feeling the bartender wants to be a bartender or not? Yeah, I mean, the bartender is a cool job, you know, it's it allows you to travel, you can see amazing places, like, you know, I probably wouldn't have come here to see this place the same as many other places, so it allows me to travel, I get to meet great people like yourself, Ivars, you know, all the guys, so yeah, it's a cool job. Flairmania 2013, как бы появление тебя чувствовал, бутылка бросаешь и обратно эти пацаны. Как ты вообще это думаешь? Не понял. So in Great Britain you're feeling like above or under, like the girls and coming in the house and the bartenders want to be. Yeah, I mean, it's everybody likes the job, you know. It's a job that you have many perks. Yeah. So yeah, I'm not going to say too much, but yeah, it's okay. It's pretty good. So. What do you think about like your bartender in Czech Republic? Like everybody's going on the corners, like red corners and girls, like answering, like above or under. I think it's good. What exactly? It's for a bartender. Есть такие люди, как Тимати в России? Да. Есть такие другие какие, ну, популярные люди? Они спрашивают, ли наверху или снизу девушка? Они спрашивают, наверху или снизу девушка? Они не девушка, а как бартендер. Ты чувствуешь снизу или сверху. Это как состояние человека. Боже мой! Я вообще тебя не понимаю! Есть медийные люди, и они спрашивают у бармена, как ты чувствуешь, снизу или сверху. Я люблю сверху, но это в сексе. Мы про секс? Ну, в этот раз нет, как бартендер. Не, говори, а кто это? Организатор, снизу или вверху бартендеры мне получаешь или нет? То есть, где мне лучше, на сцене или здесь? Не, ну как в жизни, как бартендер, и люди говорят ее девушкам. Они спрашивают, или снизу, или сверху, и чувствуешь, да или нет? Ну как, снизу или сверху, вообще в жизни. В жизни? Не в жизни, а как бы получается. В жизни они девочки не спрашивают, или когда чувствуешь бартендера, он отлично делает свою работу, они говорят, снизу или сверху? Я не понял вопрос, но определенно лучше будет на коне, чем под конем. Поэтому верхом. Верхом. Как ты чувствуешь, как люди, как девушка, как ассоциация всех этих флэрманиев, снизу или сверху, они почетно? Они вообще, на самом деле, на мой взгляд, честно говоря, много за 10 лет чемпионатов объездил. Я считаю, первые. Ну, как верху, бы, да? Ну, и либо одни из первых, но, как бы, на мой взгляд, очень много инноваций, проведение конкурса, очень хорошая, четкая, грамотная организация, да? Пусть конкурс не супер большой, но очень все качественно сделано, и постоянно они придумывают какие-то новые фишки, новые идеи. В Латвии Кульдига, Рига, Липая, Алуксная, Лымбажи, в России Питер, Москва, Нижний Новгород, Самара. Не чувствуете город вместе, обратно ли бартендеров или нет? На самом деле, в России очень много барменов, очень много городов, школ и так далее. Конечно, самые сильные ребята сосредоточены в Москве и Питере, потому что все-таки это, ну, деньги, да, то есть это хороший заработок.
Вот. Плюс возможность ездить в Европу на чемпионаты и так далее. Ты в каком городе живешь? Я живу в Москве. В Москве? Да. В Москве просыпаешься, идешь, ты думаешь, почему я так делаю? Или как бартендер, или как энтертейнер, или перформанс. Люди, они думают или похваляют, или тебе не надо это? И на самом деле, вот уже последние, наверное, 2 года я не работаю за стойкой вообще. Поэтому, да? Скорее всего, это уже, наверное, какой-то маленький шоу-бизнес, да? Ну, для меня, потому что это шоу, это выступление, это конкурсы, это какой-то своего рода спор, да, наверное. Они люди бегают или обратно, или как не нравится? Люди что, не нравится? Люди, когда бегают, или бантеры, и обратно, бартендеры. Часто есть такая тенденция, флэр-бармены возвращаются в классику. То есть после флэра, там, добившись там, первого места, второго, третьего в мире, да, они потом возвращаются, начинают готовить вкусные коктейли, стоят за стойки в рубашечках, знаешь. Там, И в бабочках. Да, 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 часто бабочки. Иногда даже бабочки светятся. Да. Like you're a bartender, like everybody is enjoying it behind it or under or over it and overestimating. What do you think about that? Yeah, of course, I enjoy when I see people and when I see. You understand the question? Why are you answering? Sorry, I'm trying to, you know, made up some story. Made up some. Give me some simple questions, no bears, no elephants. Give me like, do I like competition? Yes, I do. I'm just finishing round. My head is still there, you know. Stomach, like, I understand you. Yeah, thank simple questions. Simple questions. Question. How much do you like Latvia from 1 to 10? 10. God damn it, you understood the question and that's a great answer. People are men или как бы обратно, не нравится? Извини? У него флармен или людям не нравится, потому что убегаешь как бы из этого, или его не поддерживают, и ты говоришь, почему это надо? И они чувствуют, и обратно тебе дают, обратно дают, и нет. Ну это ты имеешь в виду отдача от публики? Отдача от публики, и они тебе нравятся, когда ты бегаешь, и когда ты наверху как бы эти стаканы летят, или стробери делаешь, ты весь, ну это как отель. Они дают жюри не отрицает, и потом они говорят, людям да, и тебе нет. Я не понимаю твоих вопросов. So basically, I can call you like a gladiator of bartenders, yeah? So with blood, you know what I mean? Yeah. It's not confuse me in the States, but... Yeah. Вообще Рига в Латвии. Да. Они девушки спрашивают украинцам, как другая национальность, они спрашивают или нет? Девушки? Да, девушки. Не девушки тебе, а как обратные люди. Они чувствуют себя, как ты, как персональный как человек, как бармен, как флэрмен. Или нет? Да. Круто. Давай, спасибо. Все, круто. Круто. Ну, в конце скажи всем. Что еще? Я говорю, в конце скажи всем. Что-нибудь всем? Не, скажи всем. Не понимаю. Ну, скажи всем. Всем. Да. Всем. Всем. Все. Чао. Что всем? Не, ну просто всем. Всем. Скажи всем. Всем. Давай, пока.